Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисили. В этом видео буду с вами разговаривать касательно прохождения очередного последующего квеста, который является продолжением тех, которые я уже отснял, вот, допустим, вчера. Более сложные видео, обзоры, гайды и стримчики будут, когда я дойду хотя бы до 50 уровня мира, и будут нормальные артефакты и так далее. В общем, сегодня у нас на очереди квест «Продолжение загадочной земли тысячи камней», том 1, глава 1, «Постоялый двор Ваншу». Вы повстречали адепта Владыку Лун, который увидел вашу ношу, протянул руку помощи и защитил вас от преследующих солдат. После того, как он узнал о кончине Геоархонта и несправедливых обвинениях в вашу сторону, Владыка Лун предположил, что Цесин могут быть сами замешаны в убийстве. Он попросил вас рассказать о произошедшем другим адептам. Мы это сделали в предыдущих сериях, собственно, и сейчас нам нужно отправиться именно на двор Ваншу. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмея-контент. Поехали. Находится это дело все, ну, как несложно представить, вот в этом вот местечке. Давайте-ка отправимся на точку телепортации, но данная точка телепорта находится не внизу, а, так сказать, на чуть ли не самом высшем уровне той самой башни, которая там стоит. Сейчас посмотрим, что от нас будет требоваться. По сравнению с облачным пределом, это место смотрится слишком нормальным. Думаешь, мы правда найдем здесь одного из адептов? Давай осмотримся, скорее всего, он на балконе. Вряд ли мы найдем его на кухне у плиты. Ну, погнали. Ой, его там нет. Мигает, потому что я скрины делаю. Глаз невежественного человека вряд ли увидит многое. Кто ты такой? Печать согласия? Вижу, подготовились. Она всего лишь не позволяет мне напасть на вас первым. Больше она вам никак не поможет. А я что-то не понимаю. Общение между адептами и обычными смертными нарушает правила. Души смертных не столь устойчивы, сколь души адептов. Ваши тела не в состоянии выдержать энергию, которая исходит от нас. Лучше уходите, это для вашего же блага. Так, он типа адепт? Постой, мы пришли, чтобы... Арх, я как будто за стеной разговариваю. Я хочу дать ему какое-нибудь обидное имя, но если мы оскорбим адепта, то до конца своих дней будем находить в сундуках только капусту. Фух, нужно спросить жену босса, как у нее получается общаться с адептом каждый день. Так, и куда? Жену босса Сяо. Это ниже по-любому. Вряд ли это выше. Так, это у нас кухня, нам кухня не нужна. А, вот. Здравствуйте, необычный вкус в одежде, нетипичные черты лица, маленький летающий компаньон. Нет, я не угадаю, откуда ты. Мы хотим спросить об адепте. Да? Да? Вы уже познакомились с Сяо? Похоже, у него сегодня хорошее настроение, раз он снизошел до разговора с вами. Это называется хорошее настроение? Многие возносят молитву адептам всю свою жизнь, но единицы выпадает шанс встретить адепта лично. Даже сам Геоархонт попросил адептов о помощи, когда закладывал фундамент Льюэ. Но, поскольку они могут защитить город только боем, большинство адептов выбирает жизнь в уединении. Поэтому на протяжении тысячелетий в Льюэ правят обычные люди, в то время как адепты живут на его окраинах. Вау, жена босса так много знает об адептах? Я не жена босса, я есть босс. В общем, у нас не должно возникнуть больших проблем, потому что вы уже общались с адептами ранее. Могу дать один совет. Вы полаете, если будете поддерживать вся у радость. Радость? Не могу даже представить, что для защитника Якса значит слово «радость». Проверьте, поверьте, он полон загадок. Честно говоря, я сама ни разу не видела его улыбающимся. Давайте так, закажите у нашего повара порцию миндального тофу и сами приготовьте какую-нибудь вкуснятину. Сяо очень любит миндальное тофу, второе блюдо вам придется выбрать самим. Самим? Что ты умеешь лучше всего готовить? Салатик? Но такое блюдо хотя бы тяжело испортить. Это точно. Так, нам получается нужно... Вкусный питательный салат. Тут как раз есть кухонка. И... Ищем вкусный питательный салат. Чё-то я его не вижу.
Я здесь нашел рецепт миндального тофу вот здесь вот. Значит, здесь должен быть какой-нибудь этот самый салатик. Давайте сначала начнем с тофу. И ингредиенты, ребят, тоже подрежьте на всякий случай. Так, рецепт миндальный та-та-та. Изучить. И где он? Вот, питательный салат. Одна штука. Готово. Теперь тофу. Так, что-то как-то я опять все потерял. Да уж. Но на самом деле нет, после приготовления салатика нам нужно, оказывается, поговорить с поваром, который поможет нам, видимо, приготовить тофу. И здесь что-то я его не вижу, а вот он здесь стоит. Не видите, что ли, что у меня перекур? Идите играть в другом месте. Простите за беспокойство, мы бы хотели заказать миндальный перекур. Да, ваш этот шеф-повар такой же дружелюбный, как кузнец Вагнер в Манштате. Этот заказ для вашей хозяйки. Для хозяйки, говоришь? Ну что ж, значит, пора браться за работу. Я бы с удовольствием приготовил вам миндальный тофу, но, видите ли, есть небольшая проблема. Какая? Когда орудуешь ножом, рука повара должна быть так же тверда, как и рука мечника. А мои руки сейчас охватила дрожь. Потому что постояльцы рассказывают, что на этом постоянном дворе водится привидение. И вот только что я увидел на кухне что-то страшное. А он не такой наглый, когда разговаривает о привидениях. Я не смогу приготовить такое изысканное блюдо, как миндальный тофу, пока не почувствую себя в безопасности. Все ясно, нам придется изгнать всех привидений во имя изысканного миндального тофу. Забавно. Так, направляйтесь на кухню. Если что, это на третью кнопку мыши. Вроде ничего не обы... Кого она там увидела? Ну все, Паймон поехала. Расскажите улыбчивому Яньсау о произошедшем. Ну давайте. Но это был то ли ребенок, то ли маленькая девочка. Ага, вы тоже увидели? Говорю вам, там водится привидение. Что? Что же нам делать? Минус один. Что будем делать? Давай просто вернемся к жене босса. Давай. Испугались привидения? Трудно поверить, что когда-то он был безжалостным бандитом. Кажется, вы совсем не боитесь привидений, леди-хозяйка. Боги, привидения, чего я только не повидал за свою жизнь. А ведь только леди-хозяйка знает, что здесь снимает комнату адепт. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Да лучше уходите, помогите нам избавиться от этого привидения. Я не командую, просто как сказал Сяо, души смертных не столь устойчивы, сколь души адептов. Поэтому, чтобы не умереть от общения с адептом, советую вам сперва потренироваться на привидении. Так и сделаем. Но как нам уговорить привидение уйти? Здесь, на постоялом дворе, есть одна картина, которая называется «Печать завоевателя зла». Она гуляет по Ливу уже более 1000 лет. Советую первым делом взглянуть на нее. Затем найдите такое место, откуда эту печать видно целиком. Изучить картину. Ладно. Угу. Найдите место для осмотра печати завоевателя зла. Но, судя по всему, наверное, на самый верх нужно подняться на балкон. Здесь с него будет видно, нет? Ну, даже не на балкон, а вот прям вот, чтобы все было видно. Смотрим. Чё-то пока ничего. Сейчас я подумаю, секундочку. Люди, которые играют на телефонах, у них может быть проблема. У них не будет это прорисовываться. Я сейчас присматривался и заметил. Видите вот эти два камня? На одном есть надпись и на другом. Золотая такая. Давайте туда. Вот они. Сразу не разглядишь. Так, а нам нужно их сопоставить или что, я не пойму. Видимо, да. Так. О, как я молодец. Вон она. А, боюсь. Хватай ее. Малышка Мин. Так, она ушла. Пойдем дальше. Рано или поздно мы загоним ее в тупик. Блин, Паймон, какая ты злая. Капец вообще.
Вот пойму, вроде боится, но при этом агрессирует так прям не слабо, я вам скажу. Что такое? Чего она хочет с этой штукой сделать? Ух ты, похоже, это страж руин сломался очень давно. Как думаешь, в него тоже вселилось привидение? Видимо, да. Ой-ой-ой-ой. Не, ну оно не сложное. Ну, у меня как-никак третий уровень мира, и перса еще не качественно толком. У вас, скорее всего, все будет в этом плане получше. Победили. Хиличур заболел, а во второе на то смотрел. Господи. Наконец-то мы тебя догнали. Я так устала. Третий снадобье искал, а четвертый помогал. Пугать людей нехорошо, понимаешь, привидение? Пятый помер, но шестой... Слушай сюда, я с тобой разговариваю. Блин, песенка как у Фредди Крюгера. Ладно. Малышка Мин больше не будет пугать постояльцев в гостинице. Приходи играть со мной в следующий раз. Если не придет играть со мной, малышка Мин сама его найдет. Ох, ужас какой. Расскажите лучшему Яньсаву о произошедшем. Ну, погнали, расскажем повару, что опасность миновала. Что? Привидение действительно пообещало вам покинуть постоялый двор? У вас правда получилось? Шеф-повар Яньца у вас в долгу, господа. Ждите здесь, сейчас я вам приготовлю самый мягкий, самый сочный миндальный тофу. А тофу это вообще сыр вроде. Без этого привидения руки мои тверды как никогда. Тофу получен. Относим его Сяо, ну, тому адепту. И конечно же, салатик, который я приготовил. Ой. Слетел. Опять вы. Подожди немного, не уходи. Что это? Это твой любимый медальный тофу, а это сытный сладкий, который приготовил этот скромный путешественник. Быстрее, расскажи ему все, пока он ест. Мастин камня? Как такое возможно? Я не могу в это поверить, хоть времена и изменились, но я не могу представить Лио и без него. Какую роль сыграла группировка Цесин во всем этом? Я встречусь с другими адептами, настало время вынести приговор. Вы возьмете на себя правление Лиоя, вы будете допрашивать... Вот это вот давайте. Адепты не откажутся от своих обязанностей. Я не хочу вмешиваться в жизнь смертных, но долг есть долг. В конце концов, наш Архон — бог контрактов. Постой, я хочу задать последний вопрос. Что? Кто же все-таки это малышка Мин? Во времена охоты на демонов мы сталкиваемся с безобидными духами, которые не могут обрести покой. Я попросил владельцев постоялого двора приютить ее духа на некоторое время. Так значит, держа свое слово, она действительно представляет широкий ассортимент услуг? Да, широкий ассортимент. Ура, квестик выполнен. Ну, 1500 накинули. Неплохо. Квестик вроде бы не сложный, но могут быть проблемы с приготовлением. Не сразу будет очевидно то, что нужно будет найти эти данные рецепты. И касательно знаков, то, что их нужно совместить. Но мне как-то повезло, быстро дошло. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact. И со временем, друзья, как я говорил в начале видео, будет все больше, больше и больше. Мне эта игра нравится, и я ее бросать не собираюсь. Пусть даже мало просмотров пока что. Ничего страшного. Также будут ссылочки на другие игры с этого канала.
Allied Dangerous, Satisfactory, Factorio, Cyberpunk, Valheim, там гайды, обзорчики, стримчики и так далее. Даже есть прохождение различных хорроров, включая новый Resident Evil Village. Неплохо. Плюс будут еще ссылки на социальные сети, такие как... Не говори, когда я говорю. Я сказал, не говори. Будут ссылки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord-сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр и искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в Доту, хоть в CS-ку. Я играю совершенно в разные игры и вам тоже того советую. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие обзоры вы хотите видеть, какие гайды, какие игры, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.